ぐらいはと。所要となる花が見えるしと、いわばバリューの願いが、バーガー、バラフィールド始まって、バラフィールドに近い、コロコロ、リドーの歌にしちゃう。おー、よりよき。あげすぐらいに、コパイシュカム、ビスタルコーボン、Внимательным крабу уже все пятки подкусывают. Хочешь помочь мне? И кинься оковы. И не испугай одного твоих. Двоих испугай, чтоб знали, что оковы не просто так. На море пятится. Корма покой охраняет. Кругусан. Я здесь. Можно встретить. Но купающий. Может здесь будет. Мне жемчуг
Попробуем в ящик у него. Крест. Следующий окон мы еще можем собирать жемчугу. Опасный двоих игроков. Игроков тут не хочет. Он здесь не будет. Вот это не может смотреть. Маш никуда не когда появляются ракушки.
разбежались, превратились обратно. Бегать нельзя. Поэтому сделали жемчуг. Оборотное зелье крабье, крокодилье, лягушечье, пенчие, фарашне. Оборотное зелье. Так. Слишком понятно. Здесь еще нужно драконе покататься. И на шлемик сели. Все. А здесь где полетов над морем. Вообще непонятно, что происходит. Некоторые срабатывают квесты, а некоторые нет. Сейчас открываю ночь, потом бабушки. Бабушки открываю. Бабушечки. Так, бабушка. Ракушку. Крабикоан фрукт. А с небольшим шансом можно получить. Крабичку шансов, конечно, взять цель ошейник на ветровик. Кушать кончились.
davanti. Точки ракушки пришло на счет два. Восемьдесят восемь было, если у нас ушло. Можем привести куб какой-то, который нам понравится. Товары. Товары, 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 горб, горб на спине носить. Ужас. Эту панику не есть уже. Он делает какой-то несимпатичный. Еще поговорим жемчуг и заработаем на белый купальник. Прекрасно купить. Thank you.
Бегу.
Нажали на shift, стали намного быстрее передвигаться. Может, это одно зрение. Вот. Одно зрение. Это мы так слышим. Возьмем еще одну жемчужинку. На всякий пожар. Видите, как мы медленно плывем? Потому что перегруз. Нужно вовремя нажать на Z. Нажали. А жемчужина где? Странно. Ну ладно.
Пьем потихонечку, полегонечку. О, уже замаячил. Кто-то там замаячил. Ой. Маячит. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте, товарищ. Стены морской. А. Нет, не так двигаемся. Ой, ужас. Машку садилась. И в грудь себя взял. Бьет прям в грудь себе и все. Бьет и все. И все. Все, перегруза нет больше. Как у нас здесь? 124 прибавка. Ура, сможем купить купальничек. Купальничек. Еще сейчас используем. Все. Это мы использовали. Так. Теперь. Сейчас переместиться опять. Так. Еще 29 ракушек собрали. А для того, чтобы получить кого получить? А вот 1000. Ну, вообще-то не так уж и много. Чтобы получить перо циклона.
еще нужно уздечку жеребца и ошейник бетаволка. Но самое симпатичное из того, что у нас есть, это вот эта штучка. Вот эта штучка. Вот как его. Лев. Так, сейчас купальник и купим. Приобретем. Купальник. Ай, совсем не хочется приобретать. Но приобретем потом как-нибудь. Купальник раз. И все. И приобрели. Осталось у нас 45 ракушек. Так. Здесь у нас купальник упал. Упал сюда купальник. Раз. Вот купальник. Белый и красивый. Горошек. Так. Прям не знаю. Какой выбрать? Такой все симпатичный. Симпатичное. Так, это мы купили. Все, хватит. Нам осталось купить у этого чубчика кучерявого вот этот акулий плавник. Нам не хватает 205 ракушек. Или ракушек. Вот у нас уже есть. Все есть. Кроме... Кроме акульева. Кроме акульева. Акульева. Кромника. Ну, очень красивый рюкзак. Типа рюкзака, но очень красивый. У меня будет горб. Горб будет. Вот я на квест появился. Интересно. Караоке тоже появились или нет? Действие прервано движение. Почему прервано? Вы заняты. Господи, опять он сейчас собирается. Здесь получают корону для участия в этом, как его. Как его. В караоке. Все. Если еще раз
прокрутить этого однорукого бандита, то исчезнут эти самые шляпки. О, у него цветочками на ногах. Шляпки. Это караоке в определенное время только действует. Эх. А это у нас... Это у нас не лев. Мы ее соединили. Лев, конечно, но он очень громоздкий. Очень громоздкий. Лев симпатичнее, чем грифон этот. Ледяная скульптура. На этой оптимистической ноте мы завершаем наше повествование. Приключения. Лайкайте, лайкайте, расшаривайте, подписывайтесь, ни в чем себе не отказывайте.